И история одного из жителей Мюнхена, который так устал от пробок и общественного транспорта, что решил добираться до работы вплавь. Теперь Бенджамин Дэвид каждый день проплывает до офиса 2 километра по реке Изар, которая протекает рядом с его домом. Одежду, ноутбук и телефон он складывает в водонепроницаемую сумку. Она выполняет еще и функцию надувного круга, когда мужчина устает. Впрочем, путь до работы вплавь занимает всего 12 минут. Это намного быстрее, уверяет он, чем на автомобиле, автобусе или даже велосипеде. К тому же, говорит Бенджамин, теперь он избавлен от городской суеты. От такого способа передвижения он не отказывается даже зимой. Просто надевает гидрокостюм потеплее.